Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 9 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью минус 15, минус 20 градусов, местами минус 23, минус 28, днем минус 7, минус 12. 10 марта. Небольшой снег, слабые метели. Ветер северо-восточный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью минус 12, минус 17 градусов, днем минус 2, минус 7. 11 марта. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем минус 6, минус 11. Автомобиль «Лада». Высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330 03 03.